think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик утренних акций. Посмотрим, что у нас интересного добавили на английском сервере. Так, рынок. Божество дешевеет в разы. Сундуки тоже, смотрю, скидки. Здесь уже за десятку зефира, барда. Короче, жесть, ребят. Посмотрите, насколько удешевели плюхи. За 10 баксов вы собираете барда, охника и половину зефир. Жестко. Так. За сотку и 6 карт. Офигеть просто. Да. Мэри. Аккумуляция. Ну, аккумуляция, в принципе, тоже неплохая. Гифты Валентинки. Так. Сейчас заберем фри. Мне интересно посмотреть, что по найму сегодня поменяли что-то. Ну, жмись. Не добавили сюда ничего. Такс. Купон спиннер я показывал вам. Да, поменяли... О, нифига себе, вот это то, что мне надо. А, поменяли купончик, но, честно скажу, тех 10 косамов за минималку. Да, это, конечно, круто, но хочется все-таки, наверное, без донатом расходников больше. Хотя 10 косамов тоже халявных, неплохо. Так, опять у нас запустили с 15 по 16, или это было? Так, за вход забираем плюшку. Забрали. Кетчуп прайс. Хватайка опять, нифига себе. 5 токенов дали. Ну, расходники вообще жестко дешевеют. 100 книг. Так, сердца, идем посмотрим. Там ребята некоторые писали за то, что баги есть. Что вот заходишь, нажимаешь, а у тебя уже типа засчитано, что вы голосовали. Так, Lashers Days, Accumulation, нифига больше нету интересного, поехали сюда. Так, тут понятно все. Эратика у нас не поменяли, уже третий месяц не меняют его здесь. Это печально. Хотелось бы, чтобы уже что-то поменяли наконец-то. Так, островок. Забрали build пака. Ну, идем посмотрим. Так, ну тут вроде без изменений этот пак. А второй поменяли. Посмотрите, по 500. Нифига себе. Офигеть просто. Хорош. То вы можете сразу 3000 забрать. Ну, для прокачки нового питомца реально круто. Можно расходников набрать. То есть супер пэтов сейчас скачать. Вообще фигня, вот реально, если разобраться, вот благодаря вот таким вот билдпакам, блин, реально жестко. Намного дешевле. Ну что еще у нас по расходникам нету здесь? А, есть тоже, камешки есть. Начали продавать полным ходом. Сюда по 6 запихнули в 2 раза больше. В общем, понятно. 16 лисиц и 16 этого сравнивают. Но это бред какой-то, честно говоря. Но это HG, тут нечему удивляться. Ну, такие тоже расходники по 100 пыльцы. В общем, понятно. Поехали дальше на русский сервер. И давайте немку глянем. Я на немку вчера не забегал. Может, там что-то интересного нового есть. Ну, в общем, не знаю. Купон, как по мне, похерили. Были расходники круче слизни. 1000 слизней там была возможность. И лям кулаков, 1000 слизней. Это можно было там
пол алтаря перекачать на максималку сразу. Вот это реально для бездоната. Ну, это говорю, для минимального доната, который там стал бы бездоном, минимальным донатом. Это было круто. Сейчас эти самые до одного места. Так, накопление такое себе. Здесь за 100 баксов одна карта, там, блин, за 100 баксов уже 6. Трата за питомцев пойдет. Вот реально, что-что, а трата на пэтов здесь тоже на высоте. Насобирали там 10 косамов, получили сумки. Реально круто. Так, забрали плюхи. Купон тоже открыли. Ой, вообще огонь, ребята. Нам надо исцеление. Нам надо, ребят, исцеление, и все будет good. Столько всего. Смотрите, что делается, вообще огонь. Сейчас получим кучу сундуков, я так понял. Третьих. Испытаем удачу. Ого, нифига себе. Ну я же говорю, здесь вот уже 5 осколков у меня на бездонате. На немке падает очень жестко по сравнению с другими серваками. Это, конечно, бомба. Так, что у нас еще есть такое интересное? Все, вроде все акции чекнули, поехали. 7 сундуков, ребят, поехали, попробуем испытать удачу. Нам надо исцеление на тыковку. Карточка. Камешки. Две карты, ну неплохо, отсюда можно с этих карт вытащить Мэри. Я вчера две открыл. Не, немка реально удивляет. Еще камешки. Железка. Ну дайте исцеление, блин. Нифига. Так, ну отсюда, конечно же, нам надо Фрея. Я не знаю, будет Фрея. ББшка. Бум! Заклинательница. Не хочет падать, надо копить еще карты. Но здесь есть возможность, как видите, их копить без проблем. Так, поехали дальше. Поехали, Тайвань. Посмотрим, там плюхи. Там давали расходники. И там мы сейчас глянем, что там интересного есть. Так, открою пока вчерашний видос. Так, что у нас на Тайване интересного есть нового? Ну, вот этот вот наборчик. Его, кстати, там каждые выходные дают, поэтому... Так, накопление. Тоже довольно-таки интересное накопление, я вам скажу. С осколками. Так, что у нас еще есть? Тут ничего не поменялось. Нифига больше нету. Не хватает нам, как обычно, не хватает места. Надо забрать эту бесплатку уже. Такс, хорошо, поехали. Посмотрим, что на русском нам приготовили сегодня интересного. Может, на русском что-то мега-мега вау есть. Так, временные акции. Набор особый. Войди в игру. А, то мы опять на Сарделе. После вчерашнего нашего бигфейла. Так, забрал.
Специальное предложение, магазинное безумие, пакет накопления. Блин, сколько всего. Реально, обожание героев, надо тоже зайти. Ну, купон я показывал. Банка самоцвета и кристалл быка. Такое себе. Так, отлично. А, вот там уже кого-то собрали, кстати. Забрать надо. Что-то все на Фрейю тыкали. Руна таланта. Три штучки, в принципе, да. Так, карта богатства забрали. Сундуки. Конечно, заберем. Горящий остров. Нифига себе! Охренеть, посмотрите на вот это. Да, это вообще просто жесть. Блин, два осколка, 10. Не, ну это жестко. Это бан, ребята. На сардельке это просто офигеть. Да. Это огонь. Это пойдет. Так, карта богатства, понятно, парящий. Забрали фонтан по рынку. Все то же самое, никакой халявы нету. Зефир. Блин, ну что я могу сказать, жестко. Офигенные плюхи. Так, расходнички добавились. Давайте здесь за 450 сейчас сделаем уже найм. Я все равно пока качать никого здесь не буду. Такс. Так, есть сначала новые выбрал. Поехали. За 450. Чик. Королева змей, палач. И эктоплазм. Вот это вот самый последний комментарий. Сейчас я себе перекину. Я его очень... Где там, блин, вебка? Вот последний. Я вообще понимаю, что он там пишет. Так. Ctrl F. Королева змей, студеный тритон рядом. Королева змей, ледяной демон, шаман. Все, да. Палач. Палач, два синих слизня тоже рядом. Палач, синий слизень, панда рядом. Тритон, ниндзя, палач. Студеный слизь, циклоп, палач рядом, синяя слизь, палач, синяя слизнь. Рядом, 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 ребята, дофигища рядом. Слизь, змея, палач. Угадал? Слизнь, змея, палач. Только не указал, конечно, какой слизнь. Ну, скорее всего, что обычный. Синяя слизь, друид, палач. Синяя слизь, одержимый, палач. Все, смотрим. Подписка есть. Комментарий, а куда делал репост? Айдишки нету, комментария, куда ты сделал репост, нету, но вот. Вот я вот не понимаю, вот вы угадываете, блин, зайдите на стартовую страницу, вот просто на стартовую страницу. А, где там оно? Стартовая страница, все же показано, рассказано, как сделать. Бесплатный зефир, Бард Мэри, вот все есть. Заходите. Вот, подписка на канал, 2.
Подписки открыты. Репост утреннего видео, где я определяю репост. Комментарий. Тип есть. Вот даже тип комментария есть указанный. Где там тот четвертый пункт? Герой, ссылка на место, куда дали репост, и как с вами связаться. Все, вот и на английском, на русском, ничего сложного нет. Блин, вот я вот не понимаю. А у него даже подписки, или я, наверное, не все открыла. Хера себе, у него тут подписок на каналы. Это маньяк. Но вот реально, вот все, что надо сделать, написано, как сделать. Просто следуйте условиям и все. Вот как мне вас искать? Вот я вот уже не знаю, уже начинает бомбить от этого. В общем, пишите комменты, участвуйте в следующем конкурсе. Ставьте лайки, не знаю, что с ним делать, посмотрим. Всем удачи. Ну как мне с ним связаться? Блять, опять чекать, чтобы он написал, показал, куда сделал репосты. Выполните просто условия. Все, больше ничего не надо. Всем удачи, всем пока.